Салют, чувак, представься. Йоу, салам, это баритон Акустик Джанкис. Отлично, кто сегодня твой оппонент? Сегодня, Waterflask. Скорпио сегодня, третий идет уже. Чем можешь о нем сказать? Ну, в первую очередь, как бы надо... Не нужно недооценивать противника, но я его выебу сегодня. Отлично. Каково быть полуфиналистом стрита? Неожиданно. Я не ожидал этого. Что-то какой-то чувствуешь фидбэк от толпы? Она увеличилась, аудитория или еще что-то? Не намного, но думаю, это на время. Пока первое время. Но посмотрим еще, что будет. Что ждать от тебя по творчеству? По творчеству. Новые клипы, новый сайфер с моей командой. Когда выходит? Будет круто. Как бит выкупим, сейчас чуть-чуть осталось. Все, охуенно, братан. Салют, чувак, представься. Скорпион. Окей. Кто сегодня твой оппонент? Мой оппонент на сегодня баритон. Что скажешь о нем? Достойный чувак. Я думаю, мы оба сделаем этот батл. Поэтому все зависит именно от нас. Поэтому, уважаемый зритель, также хейтер, который нас ненавидит, я думаю, ты оценишь это шоу. Охуенно. Каково быть участником стрита и тем более полуфиналистом? Это охуенное чувство на самом деле. И многие хейтеры, которых я люблю, за их время, за их возможность, они мне дают больше шансов проявить себя. Поэтому, уважаемый хейтер, что сделал ты, чтобы оказаться здесь? Скажи мне, вместо того, чтобы сидеть на диване и хейтить пацана. Окей. Что по творчеству вне батла? В данное время Street Credibility занимает очень многое время. Как бы, на самом деле, оно занимает очень много времени, чувак. Посмотрим, как покажет себя Street Credibility. Дальше продолжим монетизировать треки, выпускать новые годные продукты. Йоу, салам алейкум, меня зовут Белый, и это Street Cred BPM Battle. Если быть точнее, это полуфинал, и сегодня мы узнаем, кто из пацанов прорвется в финал. Я хочу представить своего большого бро, который заправляет сегодня звуком. И это тики-тики-тики-тики-тики DJ Asbro! Окей, сегодня у нас в действительном составе мой близкий друг, человек, с которым мы начинали варить это дерьмо, GoKilla, ура, бой! Основатель Infinity Music, рэповец со стажем и просто добрый человек, Бакай Колчаев. Человек, который носит логотип своей студии прямо на груди. Классный человек на самом деле, пиздеть не буду. Вы все его знаете, и поэтому дайте аплодисментов. Это Dog Dale. Окей, я попрошу MC слева от меня представиться. Окей, больше шума, ребята, я представлюсь. Окей, окей. Просто скорби. Скромненько. Я попрошу MC справа от меня представиться. Баритон. И все, ничего лишнего. И по итогам жеребьевки начинает MC справа от меня. Баритон, Бишкек, дай шуму, поехали. Аспу, залази это дерьмо и погромче. Let's get it, go. Баритон опален, так выглядит татарин. Ты чё, ты ебанул и накрутил в голосовании? Самый техничный MC и ни слова о скорби. Он покажет вас флоу, потеряется в моём поле. Так, тихо-тихо-тихо, ловите крэш, него влетел на бит, потерял. Единственное, смыльные треки, погони за звездами скорби. Все верят в это невозможно, как так? Тебе нужно песни петь, Infinity Music закроет двери впредь. Батл рэпер, вы мне дети, для меня респект. Приоритеты мои пацы, сзади готовьте задницы. Ей, азиатские понятия, пейте бать или просто рвать тебя нахуй. Плачу, давай по фактам, каспийский груз. Старый левел, быть на твоем месте бы был последним. Технично лизнул, был сибал, отонирован врага. Не хопа, ты был ему милым, ты такой красивый. Тебя взяли в мотели. Он пиздит за район, а долбоебы ему верят. У него губки по текам. Эта сучка потекла, это не потекла. Не буду ебать тебя, воу, как это так? Тра-та-та-та, пули вылетали, долетели до тебя. Пиздут твой трек, ведь ты пиздобол поменял. Национали, что выйдет со мной, но что ты готов, сука, ради победы? На это бить я можешь, только пиздей. За каждое слово могу тут ответить, за каждое слово ты будешь лететь.
смотришь на юг, на север в другой стороне. Видимо, там было холодно у белого теплей. Ты позвал своих друзей, чтоб выглядеть смелей. Но губки, блядь, трясутся, обычный пес с улицы. Облизал жопу двум судьям в полуфинале. Мой пудинг, как же сегодня рассудя, кому шлифоватый. Ты не ебанешься ли, если стиль уже скопировал. Но все, что ты сожрал, я сожрал и высрал. Ты розовый, как пони, не могу, бля, поподробней. Увы, такие пидарасы не живут достойно. Туда по фристайле тройными стрит поменялся. А ты не тут за признанием толпы. Нахуй немецкие фильмы, нахуй двуличная тру. Чтобы топиться в пруду, пихай другому хуйню. Нахуй встречу свою не надо улыбаться. Ты не той ориентацию, но этому трансвеститу все понравится. Слушай, дай клей тебе так клей. Не за бабки за идею. Виски пятками не согреет. Баритон будет поострее. Ну привет, туплю, так все твои кинты это утки. Самые черные мутки за себя говоря ваши посуд. Баритон слово напаленный, чуешь мои гениталии. Твоя подруга на мне ее дали, а сука. И мой братан говорит это правильно, сука. Рал. Баритон. Окей, это был баритон, отвечает скорби. Первый раунд, Аспа заряжает дерьмо по новой, поехали. Сап, окей, родной, я очень хочу тебя поздравить, блядь, чувак. С прохождением полуфинал, родной, иди сюда. Это скорби, сука, они фальшивые, если чё, пацаны. Планка неба, но мне нужна победа. Я на гонке даю жизни в эти беге. Скорпион напротив, баритона высшая имба. Определение того, что парень проебал. Я снесу тебя, как реки сины на ура. Но в прошлом батле выложится лишь полтеле. Это факт, ты не уронишься, потеряешь мило. Тут лишь я могу убрать тебя. Голкила, мои патчи в атмосфере, космос стерла. Помни, я сказал, скоро мне все похуй. На твою гетто Неверленд и Майкл Джексон. Ты взял на клик саму себя, как Мерли Мэнсон. Хочешь выебать мой стиль, но я бьёшь лишь руки. Ты настолько увлёкся, что купил дилдо в Цюме. Стивен Хокинг, баритон, ты жалкий фейк. Как у Старка, Бага с Марвел, как бездойного в хуке. Ты вызываешь смех, проведу симфозиум. Это последний твой раунд, ты будто Лев Ангарозия. Будто бы кукол, не баритон, и твоя флейва сдулась. Садишь нахуй это... Баритон, новый гелорд, гейкона, как милов нам. Если тут ценишь смысл слова, но в тебе лишь выебана. Далеко на Аль Капона. Кинешь мне шлам из гроба, парень, ну ты понял. Я будто Бен Ладен, колени поставил запад. Медленно и уверенно гасишься, как Титаник. Я снова готов забрать это, снова готов потратить. Ты хочешь, чтобы я кончил, но этим я возьму раунд. Я будто Бен Ладен, колени поставил запад. Медленно и уверенно гасишься, как Титаник. Я снова запах готов, ты снова запах готов. Снова, снова, окей. Окей, это был первый раунд, баритон и скорби, Бишкек, чё думаете, ай? Окей, второй раунд открывает баритон, Аспа, заводи это дерьмо и погромче, get it. История небольшая, слушай. Этого пидора отправлю по почте. Все это время ты был на досрочном. Я не старался в панчах листах. Я и пизди всех ебал на бедах. Удиви, бля, своим рэпом. Я все в курсе, кто ты где-то. Я писал на тебя куплеты. После первой же победы, сука, факты. Сегодня обрублю твои ножки. Ёбну тебя и взорву бошки. Ты не сможешь сделать больше, сука, факты. Пули попадают, а и тут же улетают. Это мой стиль, блядь, это твой вайб. Ты видишь банду? Это мой прайд. Неважно, откуда ты, псина дворовая. Это мой движ, его лучше не пробовать. Просто смотри и глотай, ублюдок. Сегодня на вечер ты личная сука. О, как дела, Наташа? Воу, как бы не обижать. Но каждый день новый шанс, чтоб ты снова проебал. Эй, Джей, залетел каждый по паре. Еще по паре увидим в финале. И мы не проебем, если кинем 100 баксов. Но у меня нет эти 100 баксов. Напрячь свой голос, все, что ты можешь. Что ты сделал для культуры хип-хапа. Меня тошнит, блять, от твоей рожи. Со мной на паре сдохнешь с одной хапки. Где твоя ручка и кто тебя кормит? Терпи порулит, а ты лишь на фоне. Друг другу лижите жопу, да хуй с ним. Скорби, блядь, свой, скорби пропусти. От тебя не любили, не давали пиговит. Тебе забывали даже дома погорбить. Люди понимают, они видят фаворит. И меня вообще не парит твои габариты, сука. Тебя не любили, не давали пиговит. Тебе забывали даже дома погорбить. Люди понимают, они видят фаворит. И меня вообще не парит твои габариты. А, ты скорпион, блядь, станешь раком. Пройдешь батл, станешь раком. Сорву целку, будешь плакать.
Так что за нахуй, блядь, shut the fuck, а сегодня поставлю тебя свой. Мое имя баритон, запомни, паскуда не меня, а своих близких. Это не трудно, ты такой гангстер какой-то, блядь, будто дешевая сука. 300 за палку, на Кулатова заберешь оплату. Тут не нужны бабки, чтоб зайти в хату. На своем поле буду все тут трахать. Джаман Бала, эй, скаль, баттерфляй. Раз, два, слышь, ты третий у третьих, блядь. И третий у меня, эй. Джаман Бала, куток джала. 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 Надеюсь, не вырежет вот этот момент, да? Баритон. Окей, окей, это было горячо, это был баритон, отвечает Скорби, второй раунд. Аспро, заведи еще раз этот бит, let's get it. Yeah. Ну вот и мой бит подъехал, пацан. Окей, окей, Скорби, я больше жима, пацаны. Окей, я, окей, окей. Слушай. Ты втирался за рубежные бабки на прошлом батле, помнишь? В итоге в кармане не шаму парил, лови правдивые факты, я накормлю тебя этими грязными деньгами твоих фальшивых. В том, что стоят там на заднем плане твоей роли, больше молчать, меньше пиздеть. А Кыргызстан и не позор мою страну не вывожа твоей панчлайне. Ты говорил, что фаворит, но баритоны не признали. И ты вытащил лишь тем, что оппонент выше прилявил. Лезет по гланде мой Вавилон, так был рожден и твой баритон. Избавил от плевы рот твой гандон, готов натянуть его на свой ствол. Ты не вытянешь это своей толпой, втираешь о том, о чем не знаешь. Я же в курсах за многое, о чем пока не говорю. Ты не выкупаешь пары, я роняю раунд, вместе с ним роняет твой труш. Не забудь, я так хотел натянуть твою соску, но боялся тебя с ней перепутать. И шкура в лосина под прикрытием запада сильно, как или, наверное, сильно. И он бы тебя не простил бы. А за скелескин тебе не по вкусу. Примешь на клик то, что тебе нужно. Не... Тебя затопчат даже доски. На тех, кого съебал, я лишь кидал наброски. Но на тебя не пожалел даже зеленые суммы. Заряжен как дюй на песку твой флейв. А ты сам все придумал, что ты охуенный. Но мы оба знаем, что это не так. Ты здесь для того, чтобы мне проебать. Мы с тобой созданы тут друг для друга. Пара неприятелей. И прежде чем сказать хуйню, просьба быть повнимательней. Хочешь собрать стрит кредит бей, но стремаешься сказать о наличии пиздри. Не зря ты рад был, увидев цветы. Я даже бывшим их не дарил, но сегодня твой праздник. Твоя целка на старте. Я готов залететь в твой пуши. Этот раунд последний, и он твой брачный. И пацан, я также хочу обратиться к хейтерам, сука. А что сделал ты, чтобы оказаться здесь? С нами OG, это Street Credibility, полуфинал. Выжидал момент до полуфинала, дабы до стрита все заебало. Я будто зал, готов съебать тут все свои залпы на сучий запад. Выжидал момент до полуфинала, дабы до стрита все заебало. Я будто НАТО, готов съебать тут все свои залпы на сучий запад. Мой Вавилон. Окей, 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 окей. Раунд. Мой Вавилон. Мой Вавилон. Мой Вавилон. Шума, шума, окей, окей. Это были Скорпи, баритон, Бишкек, дай шума эти пацанам. Окей, самое время перейти к голосованию. Кто отдает свой голос за Скорпи? Кто отдает свое предпочтение баритону? Ну что ж, если ты видел этот баттл, отдай свой голос тому, кто тебе понравился больше. Это Street Cred BPM Battle полуфинал. Йоу, баттл баритон и Скорпи. Это вообще типа угарный баттл, но даже не из-за рэперов. А там есть такой челик со стороны баритона Аба, и он так вкачивал, вообще пиздец смешно. Чувак, у каждого должен быть такой помощник, как ты, бля, который, бля, сзади пиздец. Он так потанцовывает, как будто мне хочется верить в то, что говорит баритон. Но там на самом деле очень много банальностей.
Чуваки, ну думайте о том, чтобы, блядь, ну что-то, блядь, придумать, написать. Слишком банально. В Скорпи был один момент пиздатый. Что-то про тёлку. А, я бы выебал твою тёлку, но боюсь её перепутать с тобой. И как будто это немного смешно, хуй знает, меня немного улыбнуло. Но у баритона был просто невъебенный конец. Джаманбала, Хотоп Джалаб. Бля, это в сердце, мэн. Везде можно ходить. Джаманбала, Хотоп Джалаб. Джаманбала, Хотоп Джалаб. Вот это было пиздато. Вот, видишь, типа, немного подумал, придумал, и пиздато получилось. Хотя, возможно, ты на это даже ставку не делал, но это, типа, самая крутая часть батла. Поэтому, наверное, победил баритон. Йоу. Всем привет. Я смотрел батл баритон против Скорпи и хотел бы высказать свое мнение. Первый раунд у Скорпи получился таким интересом, но по тексту меня ничего не зацепило. Как бы у него есть харизма, есть такой вайб интересный, но как бы не было таких интересных панчлайнов. Как бы это батл рэп, для меня остается приоритетом, я всегда обращаю внимание на тексты. Что же сказать по первому раунду баритона? Он выдал очень техничный раунд, и там было много моментов, интересных панчлайнов и строчек. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, ведь вы посмотрели батл и дошли до этого момента. Также в первом раунде Скорпи запнулся два раза, и как бы я не беру это во внимание, но как бы впечатление оставляет. Ведь Скорпи говорил, что стрит занимает очень много времени, я думаю, можно было как бы подготовиться за это время и выдать очень мощный текст, ведь полуфинал — это очень важный момент, важный этап. Что сказать по второму раунду? Второй раунд у баритона получился очень сумасшедшим, я думаю, Абби привет, ведь как бы внимание было какой-то момент и на нем, потому что он там качал сумасшедший. По тексту вопросов нету, по технике тоже. Я думаю, немного вайба не хватило, чтобы раскрыться. Как бы и люди качали, и я прокачивался. Все круто, все на высшем уровне. Второй раунд Скорпи тоже как бы начался очень мощно, но в моменте все же внимание уходит на тексты. Как бы. И мне кажется, вот после первого раунда вот волну вайба, там, этого кача я просто потерял. Я как бы стоял, как бы небо и земля после раунда баритона просмотренного, я прям ощутил. Что еще сказать? Вот этот перформанс с фальшивыми деньгами я не совсем понял, как бы приносить фальшивые деньги и говорить, что они фальшивые, и раскидываться. Как бы, но я думаю, не совсем это было уместно, ведь можно посмотреть другие батлы. Это батлы не за Трума, батлы, по-моему, Ленни, где они делали перформансы. Это я понимаю, что это перформанс, как бы с деньгами такое не зашло. Но момент с цветами, где Скорпи дарит это, баритону, это было, конечно, очень круто. Мне вот этот момент тоже понравился. Единственное, что у Скорпи прям как бы режет мой слух, это текст. Я думаю, как бы с такой интересной харизмой, с таким голосом можно как бы выдавать очень крутые тексты и, используя это все в совокупности, выдавать очень мощные батлы. Дойдя до полуфинала, как бы я не увидел какого-то там роста. Хотя я думаю, что ребята должны выше головы прыгать с каждым батлом. Ведь, допустим, тот же баритон, ну, как бы он вышел, прыгнул с своей головы, потому что, исходя с прошлого батла, я думал, он выдаст. Я думаю, ну, наверное, я ничего нового не услышал, но я услышал много очень нового. Так что мой голос уходит баритону. Скорпи, я желаю, чтобы он не останавливался и развивался, и обращал внимание очень на тексты, ведь это батл рэп, и как бы тексты занимают очень большое место в этом. Поэтому я жду, как бы, я думаю, мы еще увидимся. Так что, баритон, увидимся в финале. Скорпи, я думаю, мы тоже увидимся. Так что не останавливайся и продолжай развивать свой скилл. Ведь у нас таких самобытных персонажей очень мало. Всем салют. Всем салют. Я посмотрел батл баритона и Скорпи. И что я думаю насчет этого? Это вот баритон. Баритон красавчик в плане того, что у него такой четкий флоу, он мало когда сбивается и звучит более увереннее, чем Скорпи, который как бы звучит
уверенно, с одной стороны, но он где-то перегибает. У него есть такая изюминка в исполнении, но нету изюминки в тексте. Чего у баритона немножко больше. Поэтому я отдаю голос баритону, потому что он звучит пизже.